Всем привет! Меня зовут Катя Анисимова, я студентка Высшего химического колледжа Российской академии наук, сотрудница лаборатории компьютерного дизайна материалов Сколковского института науки и технологии. Вот, и сегодня я немножко расскажу вообще, что такое химия, с чего она начиналась и чем она, собственно, продолжается. Вот, первый вообще вопрос, на который пытались ответить еще в Древней Греции, это из чего состоит все. Вот. Вообще в Древней Греции было очень много занимательных мыслителей, и у них было, не было микроскопов, не было современного научного метода, но тем не менее эти ребята уже знали толк в каких-то больших рассуждениях, и многие идеи, которые активно развивают ученые сегодня, появились еще тогда. Вот. Про то, из чего состоит все, думали еще задолго до Демокрита. Демокрит считается отцом теории, которую сегодня называют атомистической. Вот, жил он примерно в 400-х годах до нашей эры, то есть это очень давно. Вот, до него говорили, что все так или иначе состоит из огня или из набора всяких, из набора действий разных стихий. Вот, идеи очень красивые, но доказанная, утвержденная сегодня идея говорит нам о том, что все состоит из атомов. Про сам атом я расскажу чуть попозже. Вот сейчас нам хватит знания о том, что атом — это очень-очень маленькая частичка, настолько, что если увеличить в миллион раз, то он будет размером с самую мелкую песчинку в песочных часах, а это чуть-чуть больше, чем толщина человеческого волоса. Вот. Если, например, увеличить человека в миллион раз, то он будет размером с какую-нибудь страну, ну, вроде, что-то вроде Турции. Вот, или даже размером с карликовую планету. Вот. А Демокрит всего этого, конечно же, не знал. Он не знал про размеры атома, потому что у него не было никаких методов исследования, кроме как вот каких-то логических умозаключений и рассуждений. Вот. И он сказал вот что. Атом — самая маленькая неделимая частица вещества, обладающая истинным бытием. Философы выражались довольно витиевато. Вот, и вообще он красиво довольно сказал о том, что мир — это система атомов в пустоте, они движутся в пространстве, движутся они хаотично, сталкиваются, после того, как они сталкиваются, они или сцепляются, или разлетаются, и то, что сцепилось, оно остается держаться вместе, и так образуются сложные тела вроде тех, что мы с вами видим вокруг себя. Все атомы могут двигаться, говорил Демокрит, это их какое-то неотъемлемое свойство, вот, раз это там частица, это атом, значит, она точно может двигаться. Вот. И все тела — это комбинация атомов. Вот. Вокруг мы видим самые разные тела, какие-то там хрупкие, какие-то там, текучие, например, там, жидкость, она текучая. Вот. Мы, не знаю, можем наблюдать масляные краски. Так или иначе, все состоит из атомов. Да? И это все разное, потому что атомы разные, комбинации атомов разные. В общем-то, Демокрит про это уже говорил очень давно. Вообще, Демокрит сам был философом. У него, соответственно, не было ни микроскопа, ни спектрометра, ни рентгена, ничего из того, что вот сейчас мы используем в лабораториях. Вот. И, несмотря на это, он оказался вот действительно близок к истине. Так или иначе, все состоит из атомов. Немножко подробнее про атом. Атом — это, как мы уже выяснили, очень маленькая частица. Как видно на слайде, должно быть видно, она состоит из ядра и электронной оболочки. Вот. Самое простое сравнение, которое применяется относительно атома, это сравнение с Солнечной системой. Вот. Данная модель атома, которая представлена на слайде, так и называется планетарная. Собственно, по аналогии, в центре нашей Солнечной системы находится Солнце, в центре атома находится ядро. Вокруг Солнца вращаются планеты, вокруг ядра расположена электронная оболочка, которая состоит из электронов, что, в общем-то, логично. По сравнению с ядром, электроны практически невесомые. В ядре самом, тут видно все на картинке, находятся протоны и нейтроны. Вот. Самое тяжелое в атоме — это нейтроны. Чем же отличаются атомы между собой, раз вот они состоят из одних и тех же частиц, электронов, протонов, нейтронов. Различаются они количеством этих частиц, вот, в соответствии с этим различаются массы, различаются радиусом,
различаются какими-то еще свойствами более сложными. Вот, все это очень здорово отображено в периодической таблице Менделеева. Ей будет посвящено еще отдельное занятие. Различные атомы соответствуют различным химическим элементам, которые как раз-таки можно найти в таблице, которую все наверняка или видели в школе, или еще увидят. Вот. С атомами мы примерно разобрались, что происходит дальше. Дальше атомы могут собираться в структуры. Вот. Какой-то простой знакомый пример таких структур — это молекулы. Молекулы бывают супер разными, разные атомы собираются в разные комбинации, по-разному связываются, и в результате могут получаться очень красивые молекулы, какие-то большие, какие-то маленькие, в каких-то вы видите такие пятичленные циклы. Вот. Они обладают очень разными свойствами. В общем-то, в мире существует огромное количество очень разных молекул с очень разными свойствами. На слайде всего вот пара примеров для наглядности, чтобы было понятно. Вот. Соответственно, на таких схемах обычно атомы разного типа обозначены разными цветами. Вот. Можно посмотреть на эту картинку. Вот. Тут черный атом — это углерод, красный — это, скорее всего, кислород, а белый — это водород. Вот. А что происходит с молекулами дальше? Если мы соберем кучу молекул вместе, то мы получим вещество. Вещество — это то, что вот уже рядом с нами где-то находится. Какая-то краска — это вещество. Дальше какие-то скульптуры состоят из вещества, кристаллы в той или иной степени тоже вещество, вода само собой вещество. Вот. Значит, переход следующий. У дядечки вот на гифке мы видим молекулы воды. Вот, если взять огромную кучу таких молекул, поместить их все рядом, получим воду в том или ином виде. Вот. Самую привычную воду мы знаем в трех модификациях. Мы знаем ее в виде льда, в виде воды, вот, которую мы сами пьем из стакана, и в виде пара. Его видно, когда кипятим чайник. Вот. Соответственно, жидкая вода существует стабильно, ничего с ней не случается при комнатной температуре, лед при температуре ниже нуля, а пар образуется при температуре кипения, то есть при температуре 100 градусов. Вот. Это мы видим, когда кипятим чайник. Вот. Как это объясняется на молекулярном уровне самым банальным образом? Вот у нас под картинками льда, воды и пара видна схема. Соответственно, каждая схема соответствует отдельному состоянию вещества. На этих схемах молекулы обозначены шариками. Вот при холоде молекулы очень плотно друг к другу прилегают. Там образуется целая такая кристаллическая, красивая очень структура. Вот, так получается лед, потому что все молекулы очень близко, вот, ничего с ними не случится, они крепко друг с другом связаны, потому что есть такие между ними дополнительные взаимодействия. Вот. А дальше, если мы посмотрим на воду при комнатной температуре, то есть вот на схему, которая отображает расположение молекул друг относительно друга в воде при комнатной температуре, мы увидим, что между ними появляются какие-то расстояния. Но при этом эти расстояния не такие большие, как вот здесь, и не такие маленькие, как у льда. Вот. Значит, такого расстояния между молекулами достаточно, чтобы между ними оставалось взаимодействие, но оно не такое большое, чтобы между ними никакого взаимодействия не было. Это отдельный вид межмолекулярных взаимодействий со сложным названием, но он обеспечивает такие свойства воды, как, например, текучесть. И дальше с паром, в общем-то, становится по аналогии все понятно. Расстояния между молекулами настолько большие, что они никак не взаимодействуют друг с другом, а просто вот летают в одном пространстве. И так вот получается, пары соударяются, он там теплый, вот, потому что соударяясь, они выделяют энергию, это все чуть сложнее, но общий вывод такой. То, в каком виде будет существовать то или иное вещество, зависит от внешних условий. Не только от температуры, но, например, от давления. Вот. И есть несколько более сложных условий, об этом не будем. Вот. Более сложный, но, как по мне, более интересный пример – это углерод. Вот. Соответственно, углерод – это самый яркий пример того, насколько разным может быть вещество с одним и тем же химическим составом в разных условиях. Вот. Углерод,
Кто-то из вас, может быть, представляет углем каким-то, вот как активированный уголь, кто-то может представлять его местом, не знаю, в таблице Менделеева. Вот. Но у него есть огромная куча аллотропных модификаций. Аллотропная модификация — это более сложное название для того же вида вещества при разных условиях. Соответственно, у нас есть один тип атомов — это атомы углерода. Вот. Они могут очень по-разному друг относительно друга находиться в кристаллической структуре. Кристаллическая структура — это то, что определяет как раз-таки форму вещества, его механические свойства, иногда цвет, вот, и какие-то дополнительные физические свойства, вроде того, как оно может свет пропускать, поглощать. Вот, в общем, все очень интересно, значит, углерод. Он может у нас быть... Самый привычный вид — это графит. Графит — это то, что у нас внутри карандаша, такой стержень. А там суть структуры такая, что она, в общем-то, слоистая. И когда мы проводим карандашом по бумаге, просто слезают маленькие слои углерода, вот, которые состоят из кучки связанных атомов углерода. Огромной кучи. Вот. А дальше еще одна привычная структура — это алмаз. Вот, алмаз мы видели или в музее, или на картинке, или где-то живьем. Вот, соответственно, это очень твердое вещество, одно из самых на сегодняшний день известных твердых веществ. И если посмотреть на графит, на алмаз, мы поймем, что это просто полная противоположность, потому что если графит непрозрачный, ломающийся, такой просто кусок графита из природы будет очень такой, ну, какой-то некрасивый, то если мы посмотрим на алмаз, то увидим, что у него есть какая-то очень красивая своя структура, он прозрачен, и он очень твердый. Вот. Все связано с тем, что просто углерод по-разному, что атомы углерода по-разному друг относительно друга располагаются в этих веществах. Вот. Самый наглядный пример были такие. Вот. А вообще с углеродом сейчас ученые очень много развлекаются в последнее время. Например, синтезировали такие вот углеродные сферы, которые называются фуллеренами. Они очень похожи на футбольные мячи, тоже состоят из пятиугольников и где-то там еще шестиугольников, да. Вот. И сейчас используются, ну, в основном для всяких инженерных интересных химических приложений. Вот. Но, как факт, эту штуку тоже сделали из углерода. Из углерода еще делали всякие нанотрубки. Это прям такая трубка, которая состоит целиком из атомов углерода. И делают какие-нибудь такие листы, вот как здесь на фоне изображено. Вот. Собственно, мы поговорили о том, что все состоит из атомов. Атомы могут соединяться в молекулы, молекулы образуют вещество. Вещество при разных условиях бывает разным. Вот. И хочу подвести к тому, что вообще всем этим занимается химия. Химия как наука обособилась не так давно, и идет очень много споров о том, не является ли химия на самом деле частью физики, и не лишняя ли это наука. В общем-то, я сегодня хочу рассказать, что нет, наука она не лишняя. Вот, и что, конечно, очень много всего из мира химии можно объяснить физическими законами, но без ученых-химиков нам, наверное, было бы немножко грустно. Вот. А как мы вообще представляем людей, занимающихся химией? Очень часто в нашей голове химик — это такой человек в белом халате, который переливает вещества из пробирки в пробирку, получает новые соединения. И когда-то дело так обстояло. Химия была по большей части экспериментальной наукой, а сегодня деятельность химиков очень разнообразна. Ученые-химики решают самые разные задачи. Например, они могут провести анализ воды, чтобы понять, пригодна ли она для питья или чтобы ее использовать в том или ином производстве. Могут синтезировать оболочку для лекарства или даже само лекарство. Собственно, могут с помощью компьютерного кода предсказать стабильную структуру соединения или даже рассчитать, с какой скоростью будет идти та или иная химическая реакция. Соответственно, каждым из дел, которые сейчас перечислила, занимается своя область химии. Вообще, как разные области химии выделялись в обособленные? Химия как самостоятельная наука очень долго сводилась к экспериментам, как я и сказала до этого. И дальше начали появляться науки,
на стыке химии и других наук. Например, на стыке химии и биологии появилась биохимия, на стыке химии и физики появилась физическая химия. Вот. Есть еще экологическая химия, которая с химической точки зрения занимается проблемами окружающей среды сейчас в основном. Вот. А из классической химии, к которым все, наверное, привыкли или о которых все еще узнают, мы знаем органическую химию, неорганическую химию, аналитическую химию. Вот. И не такое давнее приобретение химии как науки — это квантовая химия, то есть вычислительная химия. Самую классическую в нашем понимании химию, вот где как раз ребята переливают вещество из пробирки в пробирку, можно разделить на органическую химию, неорганическую и их смесь металлоорганическую. Химиков, которые занимаются получением новых веществ, называют химиками-синтетиками. Синтетики, потому что синтез, соединение чего-то во что-то. И задача такого химика — это продумать эксперимент, грамотно организовать его проведение и обработать результат. Это вообще очень объемная задача, потому что некоторые эксперименты длятся сутками или неделями. И для того, чтобы обработать результаты эксперимента, надо не только заполнить какие-то таблички, рассчитать какие-то количества веществ, но нужно еще, например, доказать структуры вещества, которые получили. А чтобы продумать эксперимент, недостаточно открыть пару учебников, даже университетских по химии, а нужно проштудировать порой несколько десятков статей, чтобы предположить реакцию, которую можно применить для синтеза того или другого соединения. То есть задача химико-синтетика такая довольно большая, и порой для того, чтобы получить какое-то вот всего одно новое вещество для каких-то целей, которые поставили перед химиком, нужно потратить на это год, а то и больше. Вот. Соответственно, лаборатории, в которых работают такие химики, это обычно большие-большие комнаты в исследовательских институтах, где есть куча шкафов с реактивами, есть вытяжные шкафы, куча стеклянной посуды для проведения реакций. Вот. И вообще там очень красиво и интересно, и, наверное, это действительно одна из самых потрясающих частей химии. Вот. Поехали дальше. Аналитическая химия. Когда химики-синтетики получили свои вещества, им нужно доказать их структуру, они или пользуются аналитическими методами, или идут к химикам-аналитикам. Соответственно, аналитическая химия занимается изучением состава и строения того, что получилось. Например, они могут исследовать, такие химики могут исследовать состав воды и понять, сколько там каких солей намешано, и можно ли вообще пить. Вот. И аналитическая химия сводится к двум большим группам методов, которые она использует. Вот есть классические методы аналитической химии и инструментальные. Вот. Сейчас все попробую объяснить на пальцах. Значит, если вы берете какое-то вещество и хотите доказать наличие в нем какого-то куска, и чтобы это сделать, добавляете в него другое вещество, это классический метод. А если вы берете это же вещество, засовываете его в маленькую ампулу и потом в прибор, типа того, что справа, это инструментальный метод. Вот. На левой картинке показана реакция серебряного зеркала. Это качественная реакция на альдегидную группу. Это такая группа в органической, функциональная группа в органической химии. Вот. И чтобы доказать, нужно провести реакцию с ионами серебра. Вот. И получается очень красивая реакция. Собственно, в аналитической химии, когда используют классические методы, правда, их сейчас используют очень редко, потому что это не очень селективно, дешево и достоверно, но пока их использовали, и до сих пор, пока их будут использовать в университетах, будут проводиться безумно красивые эксперименты, когда вещество меняет цвет на какой-то сумасшедший, типа ярко-зеленого или ярко-желтого, выпадают невероятно красивые осадки. Вот, конечно,
химия, которая использует, аналитическая химия, которая использует инструментальные методы, несколько скучнее. Значит, у современных химиков-аналитиков в лабораториях стоят такие огромные приборы. Что они делают? Они бывают очень разными. Например, вот этот прибор для исследования с помощью ядерно-магнитного резонанса. Звучит сложно, но суть в том, что так или иначе, любое вещество, которое мы получаем, суммарно магнитное. И вклад в то, что оно магнитное, вносит разные ядра в этом веществе. И потому, как и насколько оно магнитное, химики могут установить его структуру. Вот, например, засовываем мы вещество в этот огромный прибор, там создается магнитное поле, снимаются ответы ядер, которые присутствуют в этом веществе, и получается на выходе вот такой вот спектр. Это довольно красивый спектр, он из какого-то учебника. Вот, в реальности там больше шумов, но факт остается фактом. Химик-аналитик берет этот спектр и или отдает его химику-синтетику, который тот ему передал, или сам расшифровывает, и на выходе получает однозначную структуру вещества. Вот. Собственно, это довольно интересный кусок химии, тоже необходимый. И есть целая лаборатория аналитической химии. Вот. А еще один кусок химии, про который мне было бы интересно рассказать, это квантовая химия. А вообще, заветная мечта химика — это заранее знать, какое вещество будет стабильным, чтобы не тратить дни, часы и годы на то, чтобы попробовать его синтезировать, а просто заранее знать, вот, будет стабильным это вещество или не будет. Потому что логично, что если вещество не будет стабильным, оно там распадется, это никому не выгодно. Нужно синтезировать что-то, что потом можно будет хотя бы отнести на анализ, чтобы понять вообще, то ли мы синтезировали. Вот. И задача химиков, таких теоретиков, квантовых химиков, это или предсказать, будет ли вещество стабильным, или, в принципе, попробовать предсказать какие-то новые соединения. Вот. Больше в мире занимаются сейчас первым. Вот. И вообще эту задачу начали решать потихоньку с появлением компьютеров. Вот. Сначала довольно примитивно, потому что только что появившиеся компьютеры были довольно медленными, и там нельзя было много чего посчитать. Но со временем компьютеры становились мощнее, задачи, которые решали квантовые химики, становились сложнее. Вот, и сегодня ребята, которые занимаются квантовой химией, работают с доступом вот к таким вот огромным суперкомпьютерам. Они так и называются, их не так много по всему миру. Вот этот, например, называется Ломоносов и стоит в МГУ имени Ломоносов. Вот, чем они примечательны? Они безумно мощные, на них можно проводить очень-очень большие вычисления. Вот. Как, по сути, люди, которые занимаются квантовой химией, решают задачи, которые перед ними ставятся. Они в том или ином виде решают уравнение Шрёдингера. Это очень сложное уравнение из квантовой химии, которое становится в миллиард раз сложнее, когда мы говорим не об одной частице, не об одном простом атоме, а о молекуле или даже о сложном веществе. Вот. А, собственно, если система сложная, появляется очень много переменных, уравнение становится безумно сложным, и, используя кучу приближений, его можно решить, но может его решить не человек, а может решить вот такой вот суперкомпьютер. Вот. И расчеты порой тоже занимают по полгода, то есть здесь мы недалеко ушли от синтетиков. Вот. Лаборатория ребят, которые занимаются квантовой химией, выглядит как обычный офис таких айтишников, вот, и по факту, если вы туда зайдете, не знаю, что это за место, наверняка вы подумаете о том, что это просто офис программистов, потому что нет никаких столов с оборудованием, нет никаких пробирок, ничего, все сидят и работают за компьютерами, вот. Квантовые химики еще могут рассказывать, смогут вам рассказать, какое свойство есть у вещества, если вы скажете его какое-то строение, вот, свойство, которое можно рассчитать, например, там, будет ли вещество светиться, или будет ли оно проводить электрический ток, и если будет, то как. Вот, это все
могут рассказать люди, которые занимаются квантовой химией. Интересная область квантовой химии — это предсказание абсолютно новых соединений. Вот. Например, у нас есть какая-то база знаний, вот, то, что мы уже знаем о мире вокруг, и про очень многие предметы, вещества и соединения знаем мы практически все. Но мы, например, понятия не имеем, в такой же степени не знаем, что происходит в космосе. Вот. И про многие вещества известны очень отдаленно. Вот. И на нашей планете порой невозможно создать такие условия, чтобы синтезировать вещества какой-то очень непривычной структуры. Вроде, вот есть очень известный газ сероводород, это H2S. Вот, а что если вам сказать, что на самом деле существует H3S? Ну, существует он при каких-то огромных температурах, давлениях, то есть на Земле его получить невозможно. Но вот квантовая химия в том числе может это предсказать. Вот. На фотографии изображена лаборатория Артема Аганова, которая занимается предсказанием кристаллической структуры вещества, вот, как раз-таки в Скалтехе. Вот, и это тоже квантовая химия. Вот. Мы поговорили о том, что все так или иначе состоит из атомов, и об этом сказал еще Демокрит в районе 400 года до нашей эры. Это учение развивалось и доказывалось. И в итоге ученые сегодня доказали таки, что да, все состоит из атомов, атомы ведут себя по-разному, и в том числе могут складываться в молекулы. А молекула — это комбинация разных атомов, и из молекулы получается вещество. Вещество может быть в разных состояниях в зависимости от того, в каких условиях оно находится или получено. И самим веществом, его превращением занимается химия. И химия тоже бывает разная, и об этом мы тоже только что поговорили. Сказали, что бывает синтетическая химия, которая занимается получением веществ, бывает аналитическая химия, которая занимается изучением структуры вещества, которое мы получили. И бывает вот квантовая химия, которая занимается предсказанием. Есть еще множество видов химии, про которые я сегодня не буду рассказывать. Вот, потому что если рассказывать про всю химию, нужен не час, не два и не десять. Вот, я рассказала про те виды химии, которыми я занималась, про которые я довольно много знаю, которые мне кажутся самыми интересными. Вот, спасибо большое за внимание. Переходим к вопросу. Вот есть квантовая физика, бывает ли квантовая химия? Да, я ответила на этот вопрос ближе к концу лекции. Квантовая химия бывает. Я, наверное, еще могу сказать, чем она отличается от квантовой физики и где вообще-то между ними разница, потому что если так задуматься, то есть большой кусок физики, и как вот квантовая химия отличается от квантовой физики. Квантовая физика в настоящее время очень такая теоретическая штука, вот, и теоретическо-фундаментальная штука, которая занимается очень фундаментальными вещами. Всякие там теории, которые вы видите, про которые вы видите статьи в научно-популярных или научных журналах, которые вот очень интересные и захватывающие, это работа квантовых физиков в основном. Они занимаются тем, что решают кучу уравнений, сопоставляют множество каких-то знаний, вот, и выдвигают новые теории. Соответственно, квантовая химия — штука более прикладная, если сравнивать с квантовой физикой, но самая фундаментальная из того, что есть в химии. Сейчас попробую это пояснить. Значит, квантовая химия пробует связать какое-то очень глубинное строение вещества и квантовые эффекты, которые в нем проявляются, со свойствами, которые мы видим. Вот. Например, квантовые химики могут рассчитать... Ой, сейчас будет очень сложный пример. Попробую попроще. Квантовый химик может предсказать какое-то свойства вещества, и главное, что квантовых химиков это интересует, а вот квантовых физиков не интересует. И квантовые химики занимаются веществом с точки зрения квантовой физики, а квантовые физики занимаются развитием каких-то фундаментальных штук дальше. Вот. Ролик про деятельность некой фирмы, которая
которая заключается в изготовлении веществ, которые невозможно получить при обычных условиях. Я не сомневаюсь, что такая фирма может быть. Так, и вопрос про кванты я тоже вижу, секундочку. Про получение веществ в необычных условиях. Значит, то, о чем я говорила. У нас есть классический набор веществ, которые, и соединений, которые мы знаем для Земли. Вот то, что обычно вам рассказывают в школе, это все, что так или иначе химии известно. Вот. И еще куча всего. А есть вещества, которые так или иначе противоречат тем закономерностям, о которых договорились химики, и тем каким-то логическим, не знаю, аспектам, о которых тоже договорились химики. Например, вот, не знаю, всем известна теория валентностей. Довольно условная штука, но если очень грубо говорить, то можно сказать о том, что каждый атом может присоединять в себе какое-то ограниченное количество атомов. Вот. И об этих правилах действительно договорились все химики. Вот. И мы этому видим подтверждение, потому что на Земле вот есть вещества, которые отвечают тому, что мы видим написано в теории. Вот. Мы там знаем, что валентность кислорода там 2, да, и мы видим, что вот формула воды H2O. Вот. И когда речь идет о том, чтобы получить вещество в каких-то сложных условиях на Земле, это все равно какое-то ограниченное количество параметров, которые мы можем варьировать в ограниченном диапазоне. То есть там температуру мы все равно не поднимем до сотен тысяч градусов. И давление мы тоже не опустим до каких-то адских циферок. Вот. И, соответственно, то, что можем синтезировать на Земле в лабораториях, это все ограничено мощностью тех инструментов, которые у нас есть, вот, а их вообще сейчас пока что не так много. Вот. Речь идет о том, что есть какие-то условия атмосферные, температурные вот, в космосе и дальше, которые на Земле, в принципе, нельзя воспроизвести. Вот. Но вещества, которые стабильны при этих условиях, мы вполне, структуру веществ, которые стабильны, мы вполне можем предсказать. Так, секундочку. Я отключу демонстрацию экрана. Угу. А, был еще вопрос, что такое квант. Может ли большое количество атомов жениться на другой большой группе? Не очень понимаю вопрос. И посоветовать хорошие антисептики. Чудесно. Так, пару слов про квант. Квант — это частица какой-либо энергии. В общем-то, надо очень исчерпывающее определение. Я не понимаю, что именно непонятно. Если вы уточните вопрос, будет здорово. Пам-пам-пам. Хорошие антисептики — все те, в которых содержание спирта адекватное. Еще вопросы. Может ли большое количество атомов жениться на другой большой группе? Я не очень понимаю, что имелось в виду под этим вопросом, но вещества могут реагировать друг с другом. По факту, когда вещества реагируют друг с другом, это какое-то количество атомов или собранных между собой молекул, или собранных как-то иначе, может взаимодействовать с другим большим количеством атомов. Вот. В общем-то, как ученые узнали, что в молекулах есть атомы? Это очень классный вопрос, и ответ на него будет через то ли эфир, то ли два. Угу. Так, секунду. Большой вопрос, потому что изначально, как я сказала, все началось с того, что Демокрит вообще предположил, что все состоит из атомов. Вот. И в какой-то момент эту теорию продолжили развивать.
И исходили из предположения, что вообще-то да, так и есть, и что все состоит из атомов. И с появлением каких-то методов анализа к этому и пришли. Вот, я, честно говоря, не помню, в какой момент это произошло исторически. И можно ли это как-то доказать сейчас, не объясняя тонкости рентгеноструктурного анализа? Вот. Но, наверное, предлагаю думать о том, что действительно все пришло из предположений древнегреческого философа о том, что все состоит из атомов. Пам-пам-пам. Что такое компьютерный дизайн материалов? Это направление науки материаловедения. Вот, материаловедение — это стык физики и химии. Прям вот тот самый момент, когда физика и химия не поделили. Есть хороший мем про то, что вот есть физическая химия, есть химическая физика. Это когда физики и химики все-таки определились, в какой области чей вклад больше. А материаловедение — это та наука, в которой столкнулись физики и химики и ничего не поделили. Вот. Так вот, компьютерный дизайн материалов — это направление работы в науке материаловедения, который ответственен за то, чтобы предсказывать стабильную структуру материалов. Это, собственно, название лаборатории, в которой я работаю, вот, и мы этим и занимаемся. Мы предсказываем стабильную структуру каких-то соединений, кристаллов, там, я вот предсказываю кластеры, вот, технически выглядит все так, как будто мы просто пишем код и отправляем расчеты на вот эти большие компьютеры, которые я показывала. Вот, по факту мы ищем какой-то запрос. Например, там, нужно предсказать какой-нибудь кристалл с какими-то очень конкретными свойствами. Вот я хочу какой-то кристалл, который будет у меня проводить электрический ток, у меня он будет прозрачным, будет очень твердым или очень мягким, наоборот. Ну, нужно это, может быть, для какой-нибудь оптоэлектроники, вот. И я знаю, что сейчас вот такого кристалла еще никто не придумал. И я не хочу идти в лабораторию его получать руками, потому что, ну, там, не знаю, ну, не люблю я как химик работать в лаборатории руками. Люблю думать головой больше, вот. И я сажусь там, пишу, читаю кучу статей, пишу какой-нибудь кусочек кода для этого, вот, представляю, какие электронные характеристики материала будут отвечать за все свойства, которые мне нужны, и потом так или иначе предсказываю структуру такого кристалла. Вот, собственно, это и есть компьютерный дизайн материалов. Как нам работают программисты? Туда надо. Антон очень хочет стать программистом. У нас в основном работают физики, а не программисты. Вот, у нас есть только, ну, вообще в компьютерной химии работают больше физики и химики, чем программисты. И разработчики нужны только вот в нескольких, не такое количество лабораторий по всему миру, где нужны прям разработчики. Вот, но да, современным физикам и химикам, которые хотят работать в квантовой физике или в квантовой химии, точно нужно знать программирование. Это скорее какой-то хороший скилл для ученого. А сами программисты решают немножко другие проблемы. На каких языках пишут? Ну, вообще, язык ученых Python. Вот, потому что там очень много. Потому что он довольно интуитивный. Там простой синтаксис. Вот, и очень много библиотек, которые прям вот ровно под ученых, под какие-то отдельные наши программы подстроены, вот. Почаще говорить слово «вход» можно, это как в сериале «Как я встретил вашу маму», Робин в какой-то серии говорил много об этом, и студенты Теда выпивали каждый раз, когда она это говорила. Еще чаще, наверное, можно, но я постараюсь так не делать. Мне кажется, что на этом вопросе все. Вот, спасибо всем за внимание. Рада вас видеть. Вот, хорошего всем вечера.